Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Tucamp, и снова небольшой видеообзор по поводу кресла для лодки ПВХ вот нашего российского производителя. Делаются они в Ярославле. Вот сейчас они идут только в таком цвете. Вот, добавился некоторый функционал, некоторые доработки в нем произошли. Ну, обо всем немножко по порядку. Раньше, допустим, спинка у нас была только в одном положении, могла фиксироваться. Сейчас эту спинку при помощи барашка, вот здесь, можно регулировать под нужный вам угол. По высоте спинка регулировалась первоначально. Дальше, что доработали? Ну, естественно, максимальное расстояние банок. Здесь у нас получается 25 сантиметров максимальный размер банки. Даже, возможно, 26 сантиметров ширина банки сюда подойдет. Фиксируется на банку оно при помощи вот этих двух пластин, которые вот так можно вот открутить. Вот сюда поместить, сюда как раз зажимается между банками и двумя барашками закручивается. Вот. Поворотный механизм тоже немного доработали. Как я смотрю, он более стал жестким и прочным. Вот. То есть сейчас у данных сидений нету усиливающей планки, которая была трубка первоначально. От нее он практически сразу отказался, производитель. Потому что даже я потестил, мне функционально она оказалась. Вот. Для этих кресел, ну, что могу еще по размерам немножко вам скажу. Размер 40. Само сиденье на 40. Ну и спинка, я не знаю, там какие размеры, просто еще нужны 38. В сложном состоянии это кресло получается где-то 30 по барашке. Ну тут, соответственно, 40 и максимальный размер 50 сантиметров. Вот здесь у нас корзан. Он достаточно такой, не знаю, насколько он высокого качества, но, по крайней мере, на ощупь достаточно хорошего качества. Вот такое вот креслице. Кресло для поворотное для лодки ПВХ. Можете купить его уже, оставить заявку на него у нас уже на сайте. Вот, так что многие уже использовали эти кресла. Кто увидел это видео и уже эксплуатирует данную модель, хотелось бы отзывы от вас услышать. Вот, потому что, как говорится, трогать, крутить, вертеть, видео снимать, а именно как он получается на практике, отзывов в интернете очень и очень мало. Вот, поэтому оставьте ваш комментарий. Вот. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, следите за новостями. Очень много разных видео мы снимаем по поводу товара, представленного в нашем интернет-магазине. Подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Арсений, всем пока, рекомендую.